Уважаемые педагоги, дорогие наши ветераны педагогического сообщества Республики, я искренне рад сегодня быть вместе с вами в преддверии нового учебного года. 1 сентября – это всегда праздник. Праздник, конечно же, в первую очередь для наших детей. Те, которые придут впервые в стены школы, первоклашки, малыши, и те, кто придет в последний свой школьный год в эти стены. И, конечно, это большой праздник и для вас, для педагогов. Вот уже на протяжении последних недель, даже дней, мне приходится бывать в разных уголках республики по такому приятному поводу. И я всегда думаю, когда выступаю перед педагогами республики, ну, не хочется, чтобы мои слова звучали шаблонно. Хочется все-таки привнести в каждое свое выступление, в каждое приветствие нечто новое. И, к сожалению, я не нахожу ничего нового, кроме обычных, привычных, может быть, кому-то покажется банальных слов, слов огромной признательности и благодарности вам, уважаемые дорогие наши педагоги. Потому что это вроде бы затертые слова, но поверьте, они идут от всей души, от всего сердца, не только от меня, от всех жителей республики, от всех мам, пап, бабушек и дедушек, старших братьев и сестер. Потому что ребенок 11 лет в большей своей степени зависит от вас. Живет практически в школе. И ваше слово, ваш авторитет – это нечто фундаментальное, что закладывается в ум человека, в его душу, в его сердце. Это огромная ответственность, безусловно, которая лежит на ваших плечах. Но вот уже на протяжении многих-многих десятилетий мы воочию видим, что вы с честью и достоинством несете эту ответственность. Вы беззаветно служите своему призванию, вы отдаете всего себя воспитанию человека. Конечно, вы закладываете в первую очередь знания, но самое главное, вы закладываете самые начальные основы жизни человека в будущей, взрослой жизни. Основы общения с людьми, характер, совесть. Вы формируете, по сути, человека для его будущей взрослой жизни. И с этим вы справляетесь успешно. Мы все являемся свидетелями того, что на протяжении вот уже многих лет наша калмыцкая педагогическая школа заслуженно признается одной из лучших в стране. Ярким тому подтверждением и свидетельством является то, что наши ребята, когда выходят из стен наших калмыцких школ, поступают в лучшие вузы страны, да и не только страны, и мира. И иногда приходится слышать, поверьте, в обыденной, повседневной жизни, я знаю об этом не на словах, а просто из рассказов друзей, близких, родных, когда у наших ребят спрашивают, где вы учились. Все говорят, те, как отвечают, в Калмыкии. Иногда это вызывает удивление. Вызывало. Сегодня мы заслуженно гордимся своими выпускниками. И это, конечно, все ваш труд. Ваши знания, ваш опыт, ваш профессионализм, который вы вложили в душу детей, в их разум. Мы все признательны вам за ваше беззаветное служение своему призванию. Нам, конечно, еще многое и многое предстоит сделать для того, чтобы облегчить ваш такой нелегкий труд. Это, конечно, не кирпичи таскать, с одной стороны. Но с другой стороны, вы-то, как никто другой, знаете, насколько тяжел эмоционально, психологически, да и подчас и физически тоже, ваш нелегкий труд учитель. В республике традиционно сложилось особое отношение к профессии учителя, к слову учителя.
Традиционно в Калмыкии профессия учителя является наиболее авторитетной. Это имеет давние, если не сказать древние корни, уходящие далеко-далеко в прошлое, когда слово учителя являлось основным. Иногда, а может быть и подчас, более авторитетным, чем слово родители. Да не обидятся на меня родители. И меня радует то, что у нас в республике на сегодняшний день очень хорошая, если не сказать отличная, педагогическая школа. Меня радует то, что наши ветераны по-прежнему с нами, передают свой опыт, свои профессиональные навыки и знания. Меня радует то, что это тоже факт. Сегодня идет активный процесс омоложения педагогических кадров республики. Многие и многие ваши выпускники, ваши ученики возвращаются в республику и возвращаются не просто так, а приходят в профессию педагога. Это, безусловно, отрадный факт. Еще раз повторюсь, конечно же, мы многого не додаем вам, уважаемые дорогие наши учителя. Но поверьте, мы стараемся изо всех сил. Свидетельством тому последние, может быть, не изменения, но, по крайней мере, позитивные шаги, которые мы делаем в системе образования. Это и безусловное выполнение социальных обязательств, которые мы даем как на уровне правительства России, так и на уровне исполнительной власти республиканской, в части, касающейся выполнения дорожной карты по выполнению майских указов президента. Ведь совсем недавно, казалось бы, когда Владимир Владимирович Путин выходил со своей предвыборной программы, вы помните, это было 5 так называемых государственных программ, тогда еще кандидатов в президенты. И в самое ближайшее, если не сказать в первое же время, они вылились в так называемые майские указы. И одно из основных направлений этих майских указов — это было отношение к педагогу, признание значимости его труда. И в первую очередь, конечно же, повышение материального благосостояния человека, который отдал себя педагогике, учительству. В республике мы успешно движемся по этому направлению. Сегодня можно сказать с полной уверенностью, что те обязательства, та дорожная карта, которую мы наметили для себя, она реализуется. Может быть, не совсем такими хорошими темпами или идеальными, как хотелось бы, но она работает. Сегодня в республику приходит новый школьный транспорт, в том числе и в ваш Городовиковский район. Вы помните, некоторое время тому назад мы взяли на себя обязательство обеспечить бесплатными учебными пособиями, учебниками всех детишек от 1 до 11 класса. Но мы расписывали эту программу на 2-3 года, как минимум. К счастью, вы все об этом тоже прекрасно знаете. Нам удалось решить эту проблему уже в текущем, 16-м году. Все ученики республики от 1 до 11 класс будут обеспечены бесплатными учебными пособиями. Конечно, здесь Николай Горяевич будет еще говорить о многом. Хотел бы, чтобы вы, поскольку вы как раз непосредственно те, кто будет напрямую контактировать с родителями, понимали. Это не означает того, что все поголовно получат новые учебники. У нас в республике есть определенный запас тех, которые находятся в школьных библиотеках. Сроки использования учебных пособий до 5 лет, и поэтому, конечно же, некоторые уже, ну, скажем так, были в употреблении. Но самое главное, что вот те 150 тысяч с лишним учебников, которые придут в республику, максимально, ну, с таким большим запасом мы берем где-то до 10 сентября, будут распределены среди всех школ Республики Калмыкия. Я хотел бы остановиться на одной небольшой, но, мне кажется, очень важной для нашей с вами сегодняшней аудитории детали.
сельский учитель. Большинство из вас как раз и есть вот эти люди. Люди с большой буквы, сельские учителя. И вы можете гордиться своими успехами. Вы можете гордиться своей профессиональной подготовкой, своими квалификационными данными. Потому что на сегодняшний день, это уже тоже очевидный факт, практически нет разницы между выпускником сельской школы и выпускником городской школы. И это признано не только нами, не только на примере абитуриентов, которые приходят в Калмыцкий государственный университет. Это признано ведущими вузами страны, такими как Московский государственный университет, технические вузы имени Баумана, МФТИ, мой родной Московский государственный институт международных отношений. И там выпускники ваши, сельских школ республики. Мы выполнили свои обязательства, которые давали когда-то вам. Около 5-6 лет тому назад, когда шла система, вернее, реформа, модернизация системы образования. И от нас требовали буквально, ну, не хотелось бы, подыскиваю более деликатное слово, не могу найти, требовали. Но мы не пошли на это. Мы сохранили все сельские школы республики. Малокомплектные. Есть населенные пункты Калмыкии, где на сегодняшний день количество учеников не превышает 15 человек. И при этом весь педагогический состав практически сохранен. Мы заслуженно гордимся этим. И только по одной простой причине. Мы прекрасно отдаем себе отчет. Не будет школы на селе, не будет семей на селе. И село умрет. А мы с вами сельскохозяйственные республики. Мы не располагаем серьезной инфраструктурой промышленности. Мы не располагаем серьезной инфраструктурой добывающей промышленности, перерабатывающей промышленности. Наше с вами богатство – это наша земля, наш скот. И если в степи не будет тружеников, степь умрет. А степь, а значит и наша экономика, живет благодаря человеку. Вы сохранили этого человека в нашем сельском хозяйстве. Я, завершая свое приветственное слово, еще раз хотел бы выразить вам свои слова самой искренней признательности и благодарности. Но не только от себя лично. Еще раз повторюсь, от всех жителей Калмыкии. Потому что ваш труд, он дорогого стоит. Я не помню, в каком-то из известных художественных фильмов одна из героинь говорила о том, профессия врача, профессия учителя, такой бытовой разговор. Да, ошибка врача, ошибка учителя, она видна на следующий день, в течение короткого периода времени. Ошибка педагога вскрывается через десятилетие. Но и через десятилетие вскрывается же тот дар, который вы вложите в человека, в своего ученика, и который через некоторое время выльется в его душевные качества, профессиональные качества, в его чувство гордости за свою страну, за свою республику. Это все делаете вы. Я низко кланяюсь перед вами, особенно перед ветеранами педагогического труда. Признателен вам за ваш труд и хочу надеяться, что новый учебный год, он, наверное, в чем-то во многом будет таким же, как вчера, но по-любому он будет и новым. Новым, потому что придут новые люди. Повзрослевшие ребята, они отличаются. Казалось бы, прошло 3 месяца, но приходят в новый класс. Это совсем другие люди. Они уже взрослее и интереснее. Я еще раз хочу поздравить вас с наступающим учебным годом и пожелать вам, конечно, в первую очередь крепкого здоровья, счастья и мира в ваших семьях.
счастья и мира нашей стране. Спасибо.